На заседании областного правительства под председательством премьер-министра Александра Смекалина было утверждено несколько важных для региона законопроектов. Совещание началось с обсуждения медицинских вопросов. Ульяновскому государственному университету безвозмездно планируется передать ряд помещений в областном центре. В них будут организованы кафедры и вестись учебный процесс. Переоборудование помещений завершится в течение лета, а уже в День знаний студенты и преподаватели смогут приступить к занятиям. Второй медицинский вопрос не был таким простым. Он касался работы территориального фонда медицинского страхования за прошлый год. У председателя правительства возник вопрос, почему по статье с доходов есть перевыполнение, а расходы, наоборот, сделаны не в полном объеме. Как объяснил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Павел Дегтярь, дополнительные средства из федерального центра были выделены слишком поздно и не успели дойти до пациентов. Если за 2017 год, я надеюсь, мы в ближайшее время будем иметь опять тоже информацию, то подводить итоги. Если будет такая же картина, тогда мы будем ставить вопрос о том, что либо специалист, который занимается этим вопросом, недостаточно квалифицирован, либо исполняет свои обязанности, недостаточно ответственно. Потому что мы не имеем права ни копейки денег, которые позволяют улучшить здравоохранение нашего региона, и мы с вами знаем, как этот вопрос сейчас перед нами стоит, упускать. И каждый случай, который мы можем помочь людям, мы должны помогать. Это здоровье людей. После этого сконцентрировались целиком и полностью на экономических вопросах. Министр финансов Екатерина Буцкая доложила о выполнении регионального бюджета по итогам прошлого года. Оптимизация расходов позволила не только обеспечить рост доходов областного бюджета к уровню 2015 года на 9,5 миллиардов рублей или на 33,8%, но и выполнить все социальные обязательства перед населением нашего региона в полном объеме. По темпам роста доходов в прошлом году Ульяновская область находилась на первом месте в ПФО. И на втором месте в целом по стране. Положительная динамика не может не радовать, ведь она сохраняется в году наступившем. Результатом совместной работы правительства и финансовых органов Ульяновской области в первом квартале 2017 года стала положительная динамика показателей исполнения областного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически поступления налоговых и неналоговых доходов за первый квартал 2017 года составили 9 миллиардов 426,9 миллиона рублей. В числе плюсов Александр Смекалин также особо отметил существенное сокращение государственного долга региона. Теперь всем утвержденным проектам законов предстоит пройти рассмотрение в законодательном собрании региона. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.